выставка крайне маленькая, прям вообще просто миниатюрная. Но, в принципе, смотреть не что. 5 рублей, 5 рублей. Здесь самое главное вот эти два пальца, смотри внимательно. Смотри. Смотри. Я сам в шоке. We'll be right back.
используется при изготовлении обуви. За счет этого достигается очень повышенная теплостойкость, и эта обувь может выдерживать температуры до минус 100 градусов. Мы предоставляли такую обувь и арктическим путешественникам, и людям, живущих в условиях крайнего севера. Кстати сказать, само название «Баффин» это идет от баффинова земля, что является само по себе синонимом экстремальных условий. Жень, сколько стоит? Ценник в розницу колеблется от 11 до 30 тысяч. Магазин НХНЧ, ни хвоста, ни чешуи, это интернет-магазин из Питера. Мы маленький магазинчик, но не совсем обычный, продаем приманки, которые сами разловили, попробовали. Ну и все снасти, которые мы сами попробовали, которые нравятся нам самим. И вот в Москве не первый раз, и заметили, что в основном самая востребованная, самая популярная модель – это «Бандит Воли Дип». Вот. А мы считаем, что намного лучше и намного универсальнее модель Wally Shallow. У нее меньше заглубления, более деликатная игра, где-то 2,5-2,7 метра заглубляется этот воблер. Вот. Но есть способ доставить его на нужную глубину, можно и на 7 метров, можно и на 5, и на 6, и на какой угодно. Вот. Очень простая снасть, монтаж вот такой. Вот. Есть специальная прищепка, у нее внутри шип. Не знаю, видно будет на камере или нет, но за этот шип заводится леска, и таким образом прищепка удерживается на леске или на шнуре. Вот. Дальше берется обычная канцелярская резиночка для денег и грузик. Чем больше грузик, тем больше заглубление приманки. В собранном виде снасть вот так вот выглядит. Значит, что она дает? Первое. Мы ее устанавливаем перед, получается, приманкой, метрах в 10, не близко от приманки. То есть берем воблер, отпускаем на 10 метров, дальше на шнур, вешаем вот эту вот прищепку и отпускаем воблер дальше на рабочее расстояние. Первое, что он дает, дополнительное заглубление. Чем больше грузик, тем больше заглубления, можно где-то метров до 10 загнать. Вот этот вот 2 унции можно загнать. Ну, примерно 3 метра дополнительно дает заглубление к воблеру. То есть 2,5, с этим грузиком будет на 5,5 идти. Вот. И грузик на резиночке, чем он хорош? Первое, если он в корягу попадет, резиночка порвется, прищепку сохраните, приманку сохраните, потому что приманка чуть выше идет. Второе, чем он хорош, он приманку как бы постоянно подтвичивает, потому что грузик на резиночке прыгает, дергается, и получается, игра приманки улучшается. Вот. И мы считаем, что с такой снастью намного лучше работают воблеры с небольшим заглублением, более деликатной игрой. Дэн, протестируем в октябре? Да. Выделяйте две штучки. Берем. Будет выделено.